Добрый вечер, дорогие друзья. Дайте мне обратную связь, как меня слышно сегодня. Из бочки, из ведра или из-за угла, как там? О, спасибо, спасибо, Олег. Спасибо. Здесь, значит, у нас сегодня сообщество пока собралось. Помогают мне Олег Сошников и Алексей Дьяков. Я их благодарю заранее, чтобы потом не забыть опять и быть немножко хоть вежливым человеком. Во-первых, во-вторых, поздравляю всех, тех, кто слышит и потом меня услышит в записи, с наступившим старым Новым годом, ну и с наступающим или приближающимся восточным, по восточному календарю Новым годом. Я сегодня общался с вьетнамскими коллегами, вот, они мне говорят, куда, что ты, нам сейчас не до этого, мы готовимся к Новому году. Я говорю, какой Новый год? Все люди уже встретили. Они говорят, не-не-не, у нас только еще все впереди. Ну, в общем, такова реальность, и нам все равно в ней здесь свои дела вести. Поэтому я постараюсь вам открыть, на мой взгляд, актуальное и важное, ответить, в первую очередь, ответить на вопросы. Вот, и дальше посмотрим, как у нас пойдет. Я готов отвечать текущим, скажем так, онлайн поступающие вопросы, не стесняйтесь. Как я уже неоднократно говорил, заданный вопрос – это, значит, ты уже знаешь или, по крайней мере, услышишь чье-то мнение обо вопросе. Я потом еще кое-что прокомментирую, почему я так говорю. Вот. А незаданный, как-то проглоченный вопрос – это незнание или же непонимание или недопонимание. Вот. Так что не стесняйтесь, задавайте вопросы по мере возможности, я буду отвечать. Причем не расстраивайтесь, если вдруг я по каким-то причинам проморгал его здесь в чате, в котором мы общаемся, где вопросы задаются. Все равно мои помощники, ассистенты, они помогут мне эти вопросы потом собрать, и ближайший вебинар я на них постараюсь все-таки ответить вам по мере моих способностей и возможностей. Итак, значит, начнем с вопросов, а там дальше посмотрим, что у нас тут получится. Некоторые вопросы. Первый вопрос, я не буду называть, кто это задавал вопрос, человек сам поймет, задал инженер. Ряд модулей уже успешно прошли испытания и сертифицированы. Я просто с комментарием все читаю, как был предъявлен вопрос. Их заявленные технологические характеристики давно выложены на сайтах компании, где можно ознакомиться со сводными данными. Значит, ну что такое сводные данные? Они все есть на сайте компании, которые должны быть как бы даны. Сводные данные, если нужны, они приводятся непосредственно уже как бы в проектах, когда они составляются, а так, чтобы для широкого круга, они все даны на сайтах, где характеристики основные характеризованы. Вот и все, ничего здесь больше не добавить. Понятно, естественно, вы правильно понимаете, что понятно, что у городского транспорта так называемая заявленная сертифицированная скорость 150 километров. Но мы же понимаем, что в городе ездить с такой скоростью, но разогнался, это такой дерг-дерг-дерг-дерг, знаете, это не имеет смысла. И сейчас даже расчеты, которые предварительно делаются, они показывают, что средняя скорость зависит от расстояний. Как правило, в городе, скажем так, ориентироваться можно, но это еще не факт. Это все решает проектировщик, и, ну, проектировщик, который проектирует. Вот. Но прикидочно можно рассчитывать, и где-то это проходило в каких-то предыдущих расчетах, что расстояние между остановками или станциями должно быть не менее 2 километров. Или рационально, чтобы они были. Надо понимать, что Skyway это не трамвай, который решает так называемые, ну скажем, проблемы, ну, сбора таких как бы до километра где-то, поэтому до километра людей для их транспортировки. Скорее всего, все-таки Skyway входит как транспортное средство,
или новая технология, инновационная новая технология струнного транспорта, она входит как технология или как транспорт, разрешающий и рубящий узлы транспортных решений. Это в первую очередь. И во вторую очередь он, естественно, решает уже, скажем так, пассажирские задачи на разных, в разных как бы точках и между разными точками. Но и правильно тут он говорит, что уже не будет, хотя и достаточно. Абсолютно правильно. Но мы не должны забывать, что когда мы комментируем или где-то объясняем, что городской транспорт он вполне может решать и так называемые ближайшие задачи до 100 километров, до 100 километров задачи осуществления передвижения. Когда мы сегодня на расстоянии достаточно, то есть пригородные решения, где этого не решить железным дорожным транспортом, или железнодорожный транспорт уже сдулся, мягко выражаясь, много таких мест в мире, вот, и так далее, и так далее. То есть он вполне способен решать эти задачи, и там он будет значительно эффективнее, потому что станции меньше, а скорость быстрее, и так далее, и так далее. То есть это абсолютно правильно. И важен, например, показатель экономичности. Значит, уважаемый задающий вопрос, показатели экономичности, они тоже приведены в сравнении с другими аналогичными и неаналогичными видами транспорта, начиная от метро и заканчивая трамваем и автомобильным транспортом. Хотя, в принципе, сравнивать надо в какой-то степени только, можно сравнивать, или целесообразно обычно сравнивать в зависимости от того, какие задачи проект решает. Вот. И поэтому экономичность показывается уже конкретно по проекту, там уже более эффективно можно показать, насколько показатель экономичности достаточно высокий. Это эксплуатационные расходы, это так называемые расходы, или вернее, скажем, окупаемость проекта, это тоже экономичность. Теперь далее, дорогие друзья, когда людям рассказываю о характеристиках новой технологии, они говорят, что это интересно, но маловероятно. Ну, это когда, если бы мы говорили об этом в 2015 году, в 2016 году, но уже начиная со второй половины 2016, с 2017, 18, 19 года, это уже не разговор. Что тут маловероятно? Пожалуйста, есть показатели сертификации, есть возможность посмотреть конкретно на место, поехать в Марину Горку. В ближайшее время будет возможность, это же самое увидите в Объединенных Арабских Эмиратах, в Шарже. Просят показать результаты, говорят, что это желаемое, где действительно. Это и есть действительно то, что достигнуто пока достигнуто в экотехнопарке, и в ближайшее время будет показано, и я абсолютно не сомневаюсь, в Шарже. Значит, далее, третий вопрос. Ну, это не столько вопрос, сколько как бы мнение, да и самому интересно, как инженеру. Естественно, я понимаю. Человек говорит, что он наблюдает за развитием технологий еще с момента, когда не было технопарка. Ну, это так, комментарий. Я по ошибке его сюда занес. Четвертый вопрос. На сайте показана стартовая цена токена 10 центов. Это ориентировочная цена или утвержденная? Вы знаете, дело в том, что, значит, что такое ориентировочная цена или утвержденная? Это проектная цена. Есть расчет в белой бумаге, что все начинается с первой предложения, начинается с 10 центов. С 10 центов до достижения инвестиций в 60 миллионов. Тогда переходят сразу на 15 центов. И это продолжается следующие 65 миллионов, то есть при достижении общего объема инвестиций 125 миллионов. И так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Вот. Теперь другое дело, вопрос, за какой период это осуществляется. Это другой вопрос, и к этому мы еще, может быть, вернемся сегодня. И теперь далее. И это поэтому не столько ориентировочно, это просто расчетная, так называемая, проектная оценка. Причем она привязана, я так предполагаю, что она привязана к тому и была рассчитана в свое время, когда первый обмен был
токенов на, вернее, извиняюсь, акции на токены. Так, на сайте показано, так, ага, пятый вопрос. Хотелось бы для себя определиться, стоит ли терять доли Евразия Rail Scaling Systems Holding на обмен на токены. Ну, стоит ли или целесообразно ли это делать, или лучше купить токены, когда откроется их продажа. То есть, или сейчас делать, или потом, когда их продажа будет. Вы знаете, значит, я по этому поводу могу тоже сказать следующее, что у токен, который получен путем обмена, я потом это буду комментировать еще, у него несколько другой статус. Так, хотя, в принципе, нужно и сейчас делать, но по мере возможности. Что если бы у меня была такая обмен токены, поэтому я рекомендую, значит, в пределах 10% всегда как бы рассчитывать на то, что почему бы не обменять, и потом как бы, когда будут еще возможности. Потому что я так полагаю, что это второй обмен, он не последний. В период я потом буду на графике показывать, что будут по всей вероятности еще обмены. Поэтому я лично считаю, я потом это еще обосную, что целесообразно это делать. Вот. Потому что, ну и потом будет возможность, естественно, лучше, нельзя говорить, что лучше. Потому что у обменных токенов, у них свой статус, и он будет как бы далее использован, то есть это лояльность, и дальше будут покуплены токены, они есть куплены токены, и у них, скорее всего, будет ну, обычные возможности. Так что не исключаю ни одно, ни другое. Я рекомендую воспользоваться тем обменом в рамках того, сколько у вас средств в вашем портфеле. Так, теперь, значит, так. Кто может дать официальный ответ, сделать официальный запрос, значит, получить официальный ответ, уважаемый товарищ, который задает вопрос, без витиеватых форм, я понимаю, куда он закидывает, есть люди, которым абсолютно не подходит форма моей презентации, ну что поделаешь, не нравится, ничего не поделаешь, значит, не воспринимаете или не способны воспринять, ну, тогда... Значит, ну, обращайтесь к другим источникам информации, сами разбирайтесь, пожалуйста, в той документации, которая представляется, вот, и разбирайтесь, и сами получите ответы. Потому что очень просто сказать, слушай, ответь мне на этот вопрос. Потому что, как правило, задаются вопросы, значит, которые являются рабочими вопросами. Кто сегодня, будет ли возможность, например, приобретение токенов, используя банковские карты и когда? Ну, кто вам скажет, когда это будет? Когда будет объявлено? Понимаете, ответ-то, какой вопрос, такой ответ. Когда будет объявлено, тогда и будет сказано, когда это будет, понимаете? До 1 января никто не мог сказать, когда что будет происходить. Объявили 1 января частичный выкуп и частичный обмен. Пожалуйста, четко известно, 30 дней. Причем здесь возникает, конечно, вопрос. Я вот отступаю просто, коль я задел его, и у меня тут нет его в тематике, что значит, что в Skyway Capital. Не волнуйтесь, все готовится, и будет у нас возможность непосредственно через кабинет это все сделать. Загвоздка произошла в связи с тем, что несогласованные действия были со стороны, значит, специалистов, которые как бы отрапортовали, что они все сделали, но не учли то, что не единственная площадка у нас, извините, РСВ. И не согласовали. А потом получилось, что папа-мама не стыкуются. То есть две системы, значит, инфотехнологические или, скажем, программные системы и так называемые стыковочные вещи не проходят. И не получается. И поэтому надо подождать, все будет нормально, в свое время сделано. Поэтому... Значит, когда откроется продажа, будет вам объявлено, уважаемый товарищ или господин. Вот, а банковскими картами, ну, естественно, скорее всего, будет, потому что как только будет объявлено, там будут все средства оплаты за деньги. А средства оплаты за деньги, извините, чтобы набрать 60 миллионов, тут вплоть до того, что чуть ли не, может быть, будут открыты какие-то специальные накопители, еще 65,
еще 125, еще 250 миллионов. Естественно, все средства оплаты будут использованы. Это мое мнение или мое предположение. А как оно будет, будет вам объявлено конкретно, когда будет объявлено об, значит, приобретении или так называемом размещении и предложении по токенам. Вы можете предложить головной компании проведение вебинара по принципу ответов на вопросы. Вы знаете, головной компании сильно это сейчас, и ни времени нет у головной компании. Более того, что делает Михаил Кириченко, более того, что на сайте сообщается. Поэтому, как Анатолий Эдуардович когда-то говорил, когда он сделал, или как бы была составлена брошюра 100 вопросов, 100 ответов. Все, он говорит, обращайтесь туда. Сейчас обычно головная компания говорит, обращайтесь к основному сайту. Ничего более мы не отвечать, не объяснять не будем. Потому что основная задача наша какая, дорогие друзья? Не то, чтобы сообщество поняло или не поняло, или недопоняло то, куда мы идем и как мы идем, а то, чтобы вывести технологию на мировой рынок. Это основная задача. И этот нельзя из фокуса выпускать. И тут метать бисер во все стороны, понимаете? Поэтому, извините, вы можете предложить главное проведение вебинара? Так, ответил, я полагаю, по крайней мере. Хотя, может, это не понравится кому-то. Очень хочет, чтобы представители головного компании принимали участие в вебинарах, и, ну, это с той же серии, отвечали на поставленные вопросы. Пожалуйста, Экофест, Анатолий Юницкий отвечает в абсолютно офлайн режиме на все вопросы. Полагаю, что такой же Экофест будет и в этом году. Задавайте вопросы, пишите в компанию, если у вас есть такая потребность. Если вас не удовлетворяет то, что здесь где-то отвечается в режиме вебинара. Должен еще более сказать, что такая система вебинаров будет все больше и больше сворачиваться. Я уже говорил об этом. Поэтому я не могу вам сказать, сколько вебинаров вообще будет в месяц, в феврале и в марте уже. Понимаете? От этого все зависит от того, как сейчас будет как бы соглашение сделано и на какой режим, в какой формат вообще общение с сообществом мы переходим. Поэтому не буду сейчас никаких векселей выдавать, потому что мне всегда обвиняют в том, что ты впереди паровоза бежишь и обо всем рассказываешь, или рассказываешь, или людям голову мутишь. Не буду этого больше делать. Так что вот такие дела. Следующий вопрос, но он тоже такой, я его выставил здесь, что, пожалуйста, перешлите мне ссылки на white paper на русском языке. Но дело в том, что человек, наверное, не совсем понял из Словакии, что он бы хотел это перевести на словацкий язык. Значит, смотрите, дорогие друзья, официальные переводы все запрещены. Можно комментарии делать. Вот, а весь перевод, ну, смотрите, значит, это я так для примера просто привел, потому что сейчас использование и терминологии, и использование всех рисунков и прочих дел, это, скажем так, наказуемое дело, если нету официальной ссылки под каждым рисунком, под каждой фотографией и так далее, откуда ты ее взял. Я это просто повторяю, дорогие друзья. Поэтому, а на новую, я здесь просто повторю, если человек услышит, я с ним еще свяжусь отдельно, что на новую версию white paper нету русского. Значит, сейчас выключу звук. Нет еще перевода на white paper новой версии. Причем новый white paper, потом мы тоже немножко об этом поговорим, что он там дает. Теперь следующий вопрос. На какой стадии развития проект постройки солнечных электростанций в Объединенных Арабских Эмиратах?
Вы знаете, дело в том, что, значит, это не моя компетенция, я не знаю, но краем уха, знаете, я не хочу говорить то, что я краем уха где-то слышал. Вот. Это опять-таки не основной проект, поэтому на него особого, как бы, ну, приоритетов нет. Он не в приоритете, дорогие друзья. Поэтому сейчас, значит, вы представляете, что вот если бы мы сейчас начали рапортовать, о, у нас уже солнечные батареи, электростанции есть и так далее. На солнечных батареях. Причем, вот я как инженер, имеющий инженерное образование, могу вам сказать, что я бы очень сильно еще подумал, нужно ли эту часть проекта педалировать в хорошем смысле этого слова, то есть педаль здесь включать скоростную. Потому что сейчас на выходе масса технологий выработки энергии, локальной выработки энергии, абсолютно, скажем, способами и технологиями, которые абсолютно экологичны. Все. Поэтому тут с солнечными электростанциями тут еще надо очень сильно подумать. Вот. И правильно компания делает, что об этом пока не говорит. Хотя как ресурс это вполне нужно и можно использовать там, где солнечной энергии выше крыши. Хотя сегодня там идет дождь или шел дождь, все залило. Второй вопрос. Людям не раскрывать надо, а показывать. Татьяна Сибирь, второй вопрос. А это показывает у нас есть. Ну правильно, согласен. Я когда показываю, согласен. Хорошо, спасибо, Татьяна, за комментарий. Я когда показываю, то это партнер становится инвестором. Только слепой не видит, сколько сделано. Согласен, абсолютно. Я тоже придерживаюсь, могу вот поддерживаю на 110%. Я сейчас, к сожалению или к счастью, мало хожу и рассказываю, только обычно, ну скажем, заинтересован. Вот сегодня в Турции, значит, у нас была скайп-встреча с заинтересованной группой, которые очень заинтересованы, не буду вдаваться в подробности, предпроектных исследований, предфизибилити стадии сделать, чтобы как-то определиться, стоит, не стоит к Юницкому стучаться и так далее. Вот, когда это делать и так далее. Поэтому, как только показываешь, они сразу понимают, говорят, мы и так знаем, а когда показываешь самое такое, ну знаете, вкусное, правильное, они намного лучше понимают всех прочих объяснений. Вот, и когда в свое время, год, два, три назад, я тоже пользовался этим средством, так что сразу становится все понятно. Спасибо, Татьяна. Так, далее. Какая пропускная способность транзакции в секунду будет у токена? Вы знаете, трудно сказать сегодня, но я вам могу сказать, если токен, еще раз дочитаю до конца, если токен на основе эфириума, значит 20 транзакций в секунду, что откровенно мало. Не откровенно мало, это супер мало. Или будет применяться, хотя в принципе, скажем так, на первой стадии это вполне достаточно, сказал бы я так. На первой стадии проекта, по крайней мере, до середины этого года или до конца этого года. Могу предположить, как эксперт вам говорю. Или будет применяться иная технология, будет применяться, которая позволит, скажем так, неограниченное количество операций и количество транзакций осуществлять, или обслуживать неограниченное количество операций и транзакций. Вы же представляете, что такое, когда начнет действовать система управления и система обслуживания всех артерий Transnet, естественно. Вот. Ну и здесь могу, в принципе, просто сказать, что так называемую квантовую компьютерную систему, которая обозначена в новом white paper, в новом белом листе или белой бумаге, просто обозначена, хотя это еще тоже такой, как бы, находящийся в определенной стадии введения в использование инструмент или инструментарий, квантовый компьютер, это уникальная вещь, которая практически дает неограниченные возможности для системы, которая его применяет. Причем неограниченные возможности как по скорости, по безопасности и по так называемому объему обработки информации. Так что здесь вполне предусмотрено или предусматривается это дело. И есть, конечно, другие системы, которые можно использовать. Поэтому, причем могу как в какой-то степени инженер-системщик вам сказать, что, значит, используя эфириум, то есть можно, скажем так, несколько уровней разделить
операции на группы или на этажи уровня использования, и только, значит, определенные осуществлять в эфириуме, а остальные можно использовать уже и другие существующие технологии более быстрые. Не буду сейчас вдаваться, я тут не знаю, какие там точно, но знаю, что есть определенные возможности для этого. Я не буду сейчас называть точно, потому что просто у меня нет под рукой. Так. Далее, дорогие друзья, смотрим, что у нас далее. Значит, возвращаюсь к токенам и к тому, что сказано в белом листе. Я уже прокомментировал, что предварительно, видите, я красным выделил. Еще раз говорю, это предварительная расчетная диаграмма зависимости цены от объема собранных средств. Начинается тестирование, в какой-то период набирается, и, может быть, это покажет, что, скажем так, идет, ну, все зависит от анализа процесса. И следующий этап может быть такой, какой есть. Но стартовый он 0,1 доллар, то есть 10 центов. Теперь, что еще важно знать по токену? Нельзя забывать, говоря токен, надо понимать, что этот токен пока блокированный до 1 июля этого года. Вот, это, скажем так, все токены, которые существуют у наших инвесторов, 100% участвуют в этом. И проданные в этот период еще токены 100%, они как бы блокированные токены. Но начиная с 1 июля начинается процесс разблокировки токенов по 8,3% от так называемых объема этих имеющихся. Ну, например, я сейчас имею 12 тысяч токенов, да, имею 12 тысяч токенов. Это значит, что если, предположим, я ничего не приобрел, ни здесь не добавил, ни здесь не добавил, то тогда я каждый месяц в течение года, начиная с июля месяца этого года, по 8,3% от этого объема могу, теоретически могу, как бы разблокировать и выводить на биржу. На биржу токенов, вот, которая должна начать действовать в середине этого года. То есть, дорогие друзья, все очень-очень-очень близко. Я прикинул в этом случае, не буду сейчас приводить здесь вам расчет, я прикинул, что я еще поучаствую и здесь поучаствую, когда или если, или когда будут, а я думаю, что будут здесь предложения по так называемым обмену, да, вот, потому что у меня там достаточно еще есть резерв для до 10% всех моих за, как бы, накоплений в моем портфеле, вот, то абсолютно свободным становится возможность в 2021 году, как я и говорил вам, помните, если кто помнит, в 2021 году приобрести на тот момент самый современный автомобиль, экологически чистый автомобиль, а к тому времени, к концу 2021 года, скорее всего, такой будет, за средства, вырученные с этих операций. А мои акции будут еще спокойненько стоять и ждать своего времени. Понимаете, да? Таким образом, дорогие друзья, перспектива очень хорошая, и не стоит тут сильно, значит, сомневаться в этом процессе. Так же, как не стоило сомневаться там, дорогие друзья, что написала, значит, Татьяна и... А вот тут другой вопрос есть. А показывает, что показывает у нас есть? Я когда показываю, то этот партнер становится... А, ну да, ясно. Повторили. Ну вот, значит, а нет, там еще что-то есть. Круто. Ладно. Поэтому есть что показывать, вернее, есть что, значит, здесь надо не сомневаться, так же, как не стоило сомневаться и там, когда мы начинали. Хотя, в принципе, человеку свойственно иметь внутри какие-то сомнения. Даже любой из нас, садящийся в самолет,
сомневается, а взлетит эта зараза или не взлетит. Но взлетает, и слава богу, 99,99 случаев взлетает, если ее не сбивают, как сбили кое-где. Не дай бог, как говорится. Не дай бог. И добрая память тем всем людям. Далее. Значит, на чем я сейчас хотел бы коротко еще остановиться, и мы сегодня закончим с вами. Да. Значит, статус токена. Я кое-что уже рассказал про это, да? Статус токена немножко рассказал. Статус содержания токена с 1 июля по 1 июля 2021 года. Я об этом тоже кое-что сказал. То есть токен разблокируется и так далее. Теперь я хотел бы остановиться и немножко порассуждать по поводу, зачем мне инвестору нужен токен Skyway Global Token и какие преимущества дает Skyway Global Token. То есть не все преимущества, абсолютно такие, скажем, поверхностные преимущества, которые просто слепому могут быть незаметны. Но люди, которые это не считали, может быть, им будет полезно это увидеть и услышать здесь. Ну, как бы в моей интерпретации. Когда переводил, получилась ерунда. Значит, ну, извиняюсь, перенес я PowerPoint, и он сместился, но ничего, я постараюсь здесь вам, значит, потом я заменю для тех, кому он нужен будет. Статус токена, значит, в этом плане, это, скажем так, токен сейчас является, чем он является? Сегодня мы только что тут дискутировали с одним товарищем из нашей, как бы, из нашего персонала, который находится в Москве, из программистов. В принципе, мы пришли к выводу, что это средство надежного накопления капитала, пока с ограниченной ликвидностью. То есть, ну, как я вам говорил, заблокировано для обращения, но с ограниченной ликвидностью. И это во вторую очередь, или в первую даже, может быть, очередь, это средство для резервирования капитала для его безопасности от различных, скажем, изменений, от того, что, скажем, может произойти. При этом мы может произойти вообще в финансовой системе. Потому что это очень серьезная вещь, вот, и резервировать капитал можно и нужно. Причем это не капитал, который ты сегодня резервировал, и завтра им, то есть это так называемое стратегическое хранилище для капитала. Вот как ее, причем вы видите, в каких рамках, скажем, это рассматривается, то есть это год или, скажем, даже полгода в принципе. И тогда начинается постепенная разблокировка. При этом мы имеем дело с токенами двух категорий. Это обменные токены, я это тоже вам показал, и приобретенные токены. Да? Вот здесь это видно. Обменные токены и приобретенные токены. То есть проданные или приобретенные. Далее, значит, предполагаю, что предстоит еще несколько, ну, это я уже говорил тоже, что несколько акций обменных токенов, обмена токенов, и начнется реализация проданных или приобретенных токенов за деньги. Все, тут целая, значит, целая еще процедура будет происходить, но я даже не исключаю, что здесь появится еще возможность, используя, значит, вот содержание с лет этого года, использование токенов в качестве средства оплаты за security токены адресных проектов, которые будут обеспечивать скидку. Кроме, причем красным выделено, что кроме Skyway Global Token ни одна другая валюта или тип оплаты скидку не обеспечивает. А вот этот токен, он обеспечит, понимаете, и обеспечит определенные преимущества. И это очень важно. Причем как для инвестора, частного инвестора, так и для физического лица, то есть для юридического лица. Но это отдельный разговор, я дальше немножко его косну. Потому что за все свои услуги, вот Б, юридическое лицо, за все свои услуги, в том числе перечисленные ниже группы, значит, можно будет осуществить только, значит, токенами. Понимаете, да? Токены Skyway Global Token. Клиент желает участвовать в заказе, это
заказать услуги, продукцию, проект, что угодно. А где взять средства оплаты? На биржу к нам, дорогие друзья. Покупать с биржи. Покупать с биржи. Откуда? Покупать вот отсюда. После того, как будет запущено. Здесь продажа пойдет. Если ты стратегический здравомыслящий человек или компания, начинаешь накапливать токены. Не надо там бросаться в крайности. Определенные ты хочешь участвовать, ты становишься лояльным проекту, идешь вместе с проектом, у тебя появляется набор средств. Потому что в дальнейшем, участвуя в самом проекте, ты не сможешь оплатить проектную проработку и проектно-изыскательские работы. Приходишь в головную компанию, говоришь, нет, у тебя деньги есть? Нет. Извиняюсь, у тебя токены есть? Нет. Все, беги на тот момент. А на тот момент какова стоимость будет уже? Я не знаю, какова стоимость будет. Ты приобрел по 10. Это как в том, значит, той миниатюре. Вчера были по 3, а сегодня по 5. Но вчера были маленькие, а сегодня большие. Поэтому здесь может быть 0,1,6. А тебе нужно оплатить там 100 миллионов, например. Вы понимаете, что это может значить, да? И так далее. То есть это очень такой стратегически правильный и мощный ход. Далее. Строительство транспортной эстакады. Это не маленькие деньги. Оплатить это все надо. Строительство транспортной инфраструктуры второго уровня. Это все то, что обслуживает, как бы, обслуживает транспортную структуру на станциях. Это все-все-все, что входит, как говорится, вот в этот кластер. Интеллектуальная система управления обеспечения безопасности связи. Немаленькую стоимость имеет. Это так называемая поставка подвижного состава и целый ряд еще других услуг. Услуг и продукции, и всего что угодно. Понятно, да? То есть это очень важный момент здесь. Далее. Зачем мне, инвестору, нужен токен? Вот я задаю себе вопрос, и что я на него ответил для себя. Ликвидность моих инвестиций до IPO. Не сразу, как я уже показывал, но в определенной степени я получаю ликвидность, об этом мы говорили. Таня, вы задаете вопрос, конечно, будет, но я не знаю, когда, вернее, правильно сказать так, вероятно, будет, потому что об этом говорилось. И не случайно показано в белой бумаге. В белой бумаге показано, что это будет еще осуществляться. И это имеет смысл делать. Я сейчас, это просто мои соображения. Утверждать не берусь, но могу сказать, что будет. Ликвидность моих инвестиционных средств. Далее. Возможность продолжения бизнеса с командой, которую я создал или создаю. К сожалению, я как бы работаю с другой командой, у меня нет инвестиционной команды в смысле моей структуры. К сожалению, я с ней не работаю, просто нет ни времени, ни возможностей. Вот. Но те, кто работают, те, кто создавали команды, делали здесь бизнес, им есть возможность его делать и дальше. Безопасность соответствующей части моих средств в период всемирного кризиса финансовой системы. Я и так далее. Потому что я об этом уже заикнулся, но здесь немножко еще прокомментирую. Дело в том, что, смотрите, когда я воспользовался, с одной стороны я обменял, с другой стороны здесь больше речь идет о том, что имеет ли смысл их приобретать. Конечно, имеет. Но это не значит, что надо отходить и не привлекать, и не как бы покупать еще и акции. Поэтому это сейчас начинает как бы уравновешиваться и потихонечку с 14 этапом к 15 этапу, который будет по всей вероятности проинвестирован уже за счет как бы реализации токенов, расчет показывает, или вернее, по крайней мере, те суммы, которые здесь заложены, можно будет спокойно перейти в этот бизнес. И поэтому, используя вот средства, я спокойно могу и сюда положить, пускай она работает.
Потому что, что бы ни произошло в финансовой системе, какой бы кризис ни произошел, как говорится, кушать надо, мыться надо, двигаться надо. Причем двигаться надо все больше и больше. И об этом мы говорили, потому что наступивший, скажем, технический или технологический этап или фаза, она все больше и больше требует перемещения и средств, и, скажем, людей более безопасно, более надежно, более экономично, более экологично. И поэтому от этого никуда не денешься. И это самая хорошая инвестиция. Поэтому очень важно, зачем мне это, как инвестору, нужен токен. Плюс я могу еще участвовать в других как бы проектах. Это можно здесь поставить. Но какие преимущества дает, я перенес это сюда. Преимущество для участия в инвестиционных проектах группы компаний. Да? Это и как, какие преимущества, и это можно здесь четвертым пунктом поставить. Потому что это и здесь работает, и здесь работает под этот вопрос. И токены, какие преимущества еще дают? Токены адресных проектов представляют пользователю, купившему их, право на получение дохода, на дивиденды. Когда-то я говорил, что, как правило, токены это не позволяют, но сейчас система как бы различных токенов и система криптовалют и криптования, она позволяет, скажем так, в юридическом или резонно-правовом поле, и уже это применяется, токенам как бы они становятся аналогом, электронным аналогом доли или акций. И поэтому, естественно, им на определенной стадии можно и присвоить право выплаты дивидендов. Так что. Поэтому таковы преимущества, дорогие друзья. Теперь, значит, есть ли еще вопросы? Если нет вопросов, дорогие друзья, то у меня вам тоже нечего сегодня больше. Одна тема, которую я хотел еще с вами, значит, немножко затронуть, потому что у нас на чате проскочила такая мысль, или, ну, как бы предложение, что в России, не у нас на чате, не на нашем проектном, а на другом чате проскочила мысль, что в России сменился премьер-министр. И идея была, что России нужен транспорт, и так далее. Вопрос в общем, что это не только в России, это во всем мире необходимо, но, понимаете, премьер-министру, значит, как достучаться, там типа такого был вопрос. Стучаться к премьер-министру не имеет смысла. Но есть очень хорошее средство, которым в мире умные люди пользуются. Что делает Маск? Он не стучится в кабинет, он делает роуд-шоу, в прямом смысле этого дела, использует это и подает там, обеспечивает присутствие сильных мира сего, привлекает людей, так называемых, там разные возможности есть, которые имеют средства, и собирает немаленькие деньги. Но это Маск. Нам нужно, значит, средства для того, чтобы довести технологию до победного конца полностью, то есть сертифицировать. И наиболее важно начинать реализацию проекта строительства. А это очень колоссальный еще труд впереди. Поэтому здесь есть очень неплохие средства. Это проведение различных конференций, различных конференций мобильности. И вопрос только в том, а кому это делать? Понимаете? Естественно, многое зависит от наших инвесторов, от вас, кто мы есть, кто мы поддержали этот проект. Вот. Могу напомнить, что в начале прошлого года мы говорили о Всемирном фонде «Экопланета». Вот. Так чувствую, что наступает для нее время. Но опять-таки, значит, мы его не запускали, не активировали доселе, чтобы не сместить фокус. Но, как видите, у нас сейчас фокус и так бегает между токенами и акциями, поэтому, скорее всего, определенные виды деятельности, создавая этот, вернее, он зарегистрирован, но его надо наполнить так называемым членством или членами этого фонда. И члены этого фонда уже наши, из нашего сообщества, вполне могли бы решать массу задач,
как мы тогда и говорили с вами, которые будут служить так называемому продвижению по всему миру идеи мобильности на основе транспорта, инновационного транспорта, струнного транспорта нового поколения. А что это такое? А это и есть работа или деятельность на благо, которое наши, скажем, нам выгоды будет нести. Уже несет и будет нести. Так что, дорогие друзья, впереди много работы. Я вас всех еще раз поздравляю с наступившим Новым годом. Желаю здесь в этом году устойчивости. Это не просто год непростой. Год крысы, он еще фактически наступает, но суть не в этом, какая там зверюшка или какой там зверь. Важнее то, каково наше окружение, космическое окружение, оно непростое. Астрологи все предупреждают, что надо быть очень как бы осторожными, очень внимательными, очень устойчивыми. И для этого, чего я вам желаю? Желаю вам доброго здоровья. Вот, и до скорых встреч. Задавайте вопросы, не стесняйтесь, по мере возможности будем отвечать. Так, можно ли уточнить по белой бумаге второй версии? Дивиденды на токены адресных проектов или токены сейчас? Нет, нет. Я не знаю, о чем вы спрашиваете, но есть вариант, что я же здесь говорил, что можно использовать получение или приобретение токенов адресных проектов. SVX, да, за счет токенов SVG, которые, да, в том числе и обмениваем. Причем обмененные сейчас или обмениваемые вот в этот период, да, смотрите, вот в этот период, до, здесь еще будут, скорее всего, я так предполагаю, и я думаю, что я не сильно ошибаюсь, еще будет обмен. То есть обмененные и которые еще будут, если будут. Или когда будут обменены. Естественно, у них будут свои преимущества, как я здесь написал, это там, кстати, написано, значит, имеют свои, видите, преимущества для участия в инвестиционных проектах группы компаний. Это я ничего не выдумал, это из последней версии спокойно вытекает. Это я оттуда почерпнул. Итак, еще раз спасибо, дорогие друзья. До скорой встречи. Всем доброго здоровья вам и вашим близким. Берегите себя и, повторю, строй транспортные системы инновационные нового поколения и спасай планету. Всего доброго.